И мы с вами сегодня собрались, чтобы что, Лида? Взять Библию. Изучать Библию, потому что если мы будем изучать Божье Слово, то мы будем мудрыми, сильными, благословенными и послушными. Правильно, ребята? И сегодня с вами я, Женя. И Лида. И, ребята, здорово. И мы сразу сегодня с вами начнем с разукраски. Вы умеете разукрашивать? Да. Смотрите, ребята, у нас вот такая разукраска красивая. И сегодняшний наш с вами элемент – это дерево. Ребята, первое задание, нам надо показать с вами дерево. Сможете показать дерево? Да. Давайте, раз, два, три. Это наши деревья, ребята, и мы молодцы. И сейчас нам надо найти картинку дерева. Давайте искать, потому что мы будем сегодня смотреть на наши деревья красивые. Давайте. Так, здесь дерева нету, ребята, ищем дерево, чтобы было. Так, цветочек. Вот. Вот, есть дерево, все правильно, здорово. И сейчас мы будем его разукрашивать. Так, это у нас такой лисенок, да, наверное? Так, и мы берем зелененький. Вау, какой зеленый, красивый, ребята, смотрите. Так, а здесь разные, здесь есть еще краски. Солнышко, давайте попробуем вот такое сделать. Потом здесь есть вот такое еще. Травку сделаем такую, да? Так, вот это. Идеально! Идеально мы делаем, ребята, здорово. И еще у нас вот такой фломастер есть. Так, а здесь есть коричневый. Смотрите, какие красивые карандаши, ребята. Так, ну коричневого тут просто нету. А, еще тут можно смайлики ставить, классно. Так, давайте тогда коричневого вот здесь возьмем. Дерево же, ствол у дерева коричневый, правда? А небо какое мы с вами нарисуем? Какое небо нарисуем? Давайте вот такое. Вау, ничего себе, классно. Ну, как-то все сливается, правда? Так, давайте вот такое. Вау, какое красивое, ребята. Нравится или нет? Или другое попробуем? Есть голубое вот такое, смотрите. Мне кажется, это было красивее, правда? Но если как по-настоящему, то, наверное, вот такое нам надо сделать. Лучше всех! О, видите, даже лисенок. Вот такое, наверное, да? Смотрите, ребята, смотрите, какая у нас красивая картинка получается. Какое у нас с вами красивое дерево. Так, мы нажимаем на стрелочку, идем дальше. Что у нас дальше? Идем. Ура! Смотрите, ух ты! Какое красивое. Нас поздравляют, ребята, у нас очень красивая картинка получилась. Так, и дальше мы нажимаем на стрелочку. И что нам тут дают? А, шарики! Молодец. Классно, нас поздравляют, ребята, здорово. Нажимаем на стрелочку, идем дальше. Нам надо дальше идти, потому что это еще не все. Так, здесь мы, в принципе, все с вами сделали, то, что мы должны были. А сейчас у нас дополнение цвета. Смотрите, мы берем тоже картинку с чем, Лида? С деревом? Тоже с деревом берем, все правильно, и только по-другому его сейчас будем раскрашивать. Так, 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 где дерево? Это радуга, овечка, цветочек. Так, 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 машинка. Но елочку мы не будем, нам нужно такое дерево, которое в лесу растет. Ребята, помогите нам найти такое дерево. Вот оно. Вот. Другое уже, да? С цветочками, смотрите, какое красивое. Так, и здесь мы опять же, ну здесь чуть по-другому, здесь надо, видите, как заполнять, самим нужно раскрашивать. Поэтому давайте начнем с солнышка, возьмем желтый, а, ну давайте нажмем что-то, вот так, нажмем желтый, да, потому что солнышко у нас всегда желтое. А это даже можно оранжевым раскрасить, вот видите. Так, ну само дерево у нас зелененькое, да? Так, 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 закрасим вот так красиво. Так, и цветочки какие у нас будут? Давайте из таких придумаем какой-нибудь. Давайте вот оранжевый. О, смотрите, какой красивый. Правильно сделали. Так, нам надо цветочек закрашивать, а не дерево.
Смотрите, а мы можем сделать дерево вот такое зеленое. Смотрите. Какое красивое получилось. Давайте у нас какой-то такой необычный внутри рисунок. Давайте. Так, и облако какое сделаем. А есть, смотрите, прям с облачками. Ничего себе, классное. Смотрите, какое. Небо само сделаем такое. Вау, с какими-то рыбками. Ну, пусть с рыбками будет, да? Мне кажется, красиво. Так. Так, мы закрасили. А, ну мы ствол еще не закрасили. Тоже давайте какой-нибудь красивый сделаем. Из коричневого нет, но можно вот такой радужный сделать. Ой, смотрите, какое красивое. А травку мы сделаем с вами, ребята. Вот такую давайте. А там что нарисовано на нем? Какие-то чупа-чупсы, да? Вау, классно. Вот такое у нас красиво получилось. Я не знаю, давайте попробуем смайлики добавить. Например, сердечки. Такое среднее. Хоп. Ой, смотрите, как классно. Сердечки. И давайте... Так. Какое еще сделаем? Мороженое, мишка. Вот еще пальму. Давайте посадим еще такую большую. Давайте вот тут. Оп, оп, оп. У нас все такое будет в деревьях. Пальмочка. Смотрите, какая прикольная получается. Так, и мы нажимаем дальше. И у нас получается такое дерево красивое. Так, но это у нас еще не все. Мы с вами идем дальше на другое задание. И следующее у нас рисование. Нам надо теперь не просто разукрасить, ребята, а знаете, что сделать? Знаете, что сделать? Нарисовать. Вы умеете рисовать? Давайте возьмем новый лист. И нарисуем что? Дерево. Дерево, правильно, здорово. Так, и мы возьмем коричневый. Давайте уже простое дерево сделаем, какое у нас... О, ничего себе, как классно. Такое дерево у нас получается. И зелененькое у нас вот такая, да, будет? Да. Похоже же вроде, да? Вау, смотрите, как красиво рисует. Ничего себе, здорово. Такое у нас красивое-красивое дерево. Можно нарисовать на нем яблочки красные. Так. И солнышко. Оп. Здорово, правда получилось? Так, нажимаем на. Сейчас у нас еще последнее будет, по-моему. Вот такое у нас дерево получилось с солнышком. И, по-моему, здесь в раскраске у нас последнее задание с вами. Это, а нет, предпоследнее. Это нарисовать вот такое теперь дерево. Смотрите, на черном фоне вы когда-нибудь рисовали, ребята? Нет. Нет, нарисовали? Так, на черном фоне давайте, значит, коричневое. Такое. И вот такое дерево у нас будет. Ту-дум. И вот так вот его закрасим. Такое блестящее, красивое дерево. На елочку, точно, мне тоже кажется, что на елочку. Вот такое вот у нас дерево получилось красивое. И последнее, ребята, у нас с вами. Так, вот такое у нас дерево получилось. И последнее у нас, ребята, с вами это заполнить по номерам. То есть выполнить четко, как нам скажут. Не будем сами выдумывать. Тоже найдем здесь сейчас мы дерево наше. Так. Ищем. Телевизор нам не нужен. Точно, вот оно, наше дерево. Здесь будем четко по номерам. Вот как нам скажут, так мы и будем рисовать. Договорились? Да. Так, и сейчас нам должны показать какой-то фломастер. Нет, уже не показывают. Но фломастер мы уже такие умные, что они показывают. И мы берем, смотрите, написано 2 внизу. Мы берем второй фломастер. И я в тебя верю! Видишь, как он говорит, здорово. Так, а однерочку берем, разукрашиваем серединку. Шестерку берем, разукрашиваем шестерочку. Отлично! Так, облачко у нас 5, видите, голубой. Дальше мы берем 3, и это разукрашиваем. Дальше 8, видите, дерево, ствол у нас 8. Прекрасно!
плохо. Так, дерево само у нас под цифрой 2. Берем второй фломастер. И здесь берем четвертый. Так, здесь берем шестой. Чудесно! Здесь какой берем, Лида? Оранжевый. Так, красный, седьмой. И это какой? Девятый. Девятый, правильно. И у нас получилось вроде бы все правильно. Yeah. Да, смотрите, красивое какое дерево. Вот такое, ребята, у нас дерево с вами получилось. И дальше у нас с вами такое задание тоже будет очень-очень интересно. Сейчас посмотрим, что у нас там. Что у нас там? Ура, нас поздравляют, здорово, спасибо. Такое красивое-красивое дерево у нас получилось. И дальше, ребята, у нас с вами тоже такое задание очень интересное. Нам нужно будет, ребята, знаете, что сделать? Посчитать деревья. Вспомнить, да, опять же, как же мы считаем. Вот сюда немножко или с этой стороны, чтобы деревья-то было видно. Вот так вот сделаю. Да. Хорошо, видно вам вроде. Так, ребята, и сейчас Лида нам поможет, а вы тоже. Нужно посчитать сначала все-все-все деревья. Приготовились? Да. Давайте начинаем. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Правильно, 12 деревьев. Здорово, вы молодцы. И теперь нам нужно усложнить задание. Мы сейчас с вами будем считать только пальмочки. Пальмочки, знаете, как выглядят? Вот, вот так вот они выглядят. Видите, ребята? И поэтому приготовьтесь. Готовы? Да. И начинаем. 1, 2, 3, 4, 5. 5, все верно, пальм у нас 5. Ребята, у вас 5 пальм получилось, у нас с Лидой получилось 5. И сейчас мы будем считать с вами нет, это абрикосовое дерево, оно вот такое, смотрите. Видите? Приготовились? Да. Так, на старт, внимание, марш! 1, 2, 3. 1, 2, 3, все верно, 3 абрикосовых дерева. А сейчас мы будем с вами считать такие деревья, как цветочками. Видите, ребята? Запомнили? Приготовились? Итак, не торопитесь. На старт. Внимание, марш! 1, 2, 3, 4. 4? 1, 2, 3, 4. Все верно. И с цветочками у нас тоже 4. Ребята, вы молодцы, считать мы умеем. Поэтому здорово. И дальше мы с вами идем. Нам нужно найти одних животных. Они спрятались в лесу. Будь здорова, Лида. И мне нужно, чтобы вы мне помогли. Смотрите, только внимание, вначале ничего не говорите. Тише. Первое задание нам надо, знаете, кого найти? Нам надо найти только тех животных, которые использовали дерево. Хорошо? Запомнили? Которые спрятались, использовав дерево. Понятно? Так, и внимательно посмотрите, посмотрите, посмотрите. И ваш ответ, Лида нам поможет. Кто же спрятался, использовав дерево? Лев. Так, лев спрятался. Видите, ребята, смотрите, у него грива. Он спрятался, а у него грива торчит и хвост торчит, да? Так. Еще сова. И сова. И сова, все верно. Все. И в принципе, да, все. Потому что это спиленное дерево, у нас такой пенек стоит, он пенек называется. А именно дерево всего 2. Молодцы. И теперь, ребята, давайте найдем всех-всех животных. Давай, Лида. Лев, слон. Только ты говори, зачем спрятался. Слон зачем спрятался? Слон за кустом. За кустом, так. Заяц в кусте. Так. Белочка за грибом. Точно. Лиса. Лиса, слушай, ты молодец, точно. Ребята, видите, внизу торчит хвост. Это же хвост лисы, правда? Так. Это улитка. Улитка где спряталась? За пнем, да? Да. Угу. Какая-то птичка еще. Это, мне кажется, ежик, ребята. Видите, такой серенький, с иголочками, за пнем стоит. Это ежик. А смотрите, какой хвост торчит. Вон там, где сова, видите? Смотрите, какой хвост. Это же не хвост слона. Вот он. Это змея? Это, наверное, змея. Ребята, вы видите змею? Она спряталась за кустиком. Вот там, где сова, дерево совы, и там такой хвост. Это, наверное, змея. Я ее только что сейчас заметила. Так, хорошо.
Так, тут у нас никто, за нами никто не спрятался? Нет, никто не спрятался. И кто еще есть тут кто-нибудь? Сова. Сова это которая в дереве, да, которая использовала дерево. Лев и сова это которые использовали дерево. Все верно. А еще у нас есть маленький жучок возле грибочка, но он не спрятался никуда, он просто ползает. Здорово, ребята, вы молодцы. Это задание мы с вами прошли. И сейчас у нас интересная игра, моя любимая игра. Это птичка в лесу. Я хочу вам показать, как она... Вы в нее уже играли. Я хочу вам показать, как она здорово любит лазить по деревьям. И, в общем, она очень красивая и здоровская. Но мы в тот раз с вами не всю игру прошли, поэтому мы можем с вами еще в нее поиграть. Так, нажимаем play. И мы всегда-всегда выбираем лето, потому что сейчас у нас на улице лето. Но зимой, ребята, может быть, мы сыграем в зиму. Так, мы нажимаем. Она загружается у нас. И это ее прекрасный-прекрасный домик, ребята, смотрите. Так, делаем чуть-чуть погромче. Так, привет, мы снова к тебе пришли, птичка, выходи гулять. Так, ребята, смотрите, вот она у нас очень любит деревья. Смотрите, во-первых, у нее на деревья здесь покушать. Ой, шарик она лопнула. Так, покушать у нее тут есть. Ой, какое вкусное мороженое, пирожное. Она есть, какая смешная. Так, и мы дальше с вами летим. Здесь она садится, что-то делает. О, ничего себе, здорово. Как. Шишки. Да, она собирает шишки здесь. Так, так. Здесь одуванчики. Здесь она, по-моему, купается. Не знаю, давайте посмотрим. Это она у нас покупалась, хорошо. Так, дальше мы идем. Опять, нет, мы уже покупались, птичка, пошли домой, не домой, мы пошли гулять дальше. Так. Так, здесь что-то она делает, ну-ка. Я думаю, не ест. Кушай. Ого, она позаридует еще. Так, хорошо, ребята, так, дальше мы с вами делала. Так, дальше мы идем. Так. Ой, это кто? Кошечки. Это кошечки такие сидят? Так, а здесь что? Ой, а это кто? Ой, она чуть-чуть напугалась. Я не знаю, кто это, ребята. Наверное, тоже сова, да? Хотя сова же, она только ночью выглядывает. Я не знаю. Так. А, здесь лягушечки поют. Так, здесь... А, здесь червячка. Она хочет достать, но, по-моему, она его не достанет. Нет. И дальше она здесь... Ну, знаете, что делать? Смотрите. Ну-ка. Она нам сделала дождик, ребята. Ливень. Так это вот что дождик делает, оказывается, ребята. Вот такая птичка сделала нам дождик. Чуть освежимся. Ну ладно, давайте освежимся. Так, здесь грибочки у нас. Здесь у нас какой-то крабик. Так, здесь мы были. Так, ну, наверное, давайте на солнышко опять переключимся. Потому что что-то слишком дождик. Вот, и радуга, смотрите, Валида, что означает радуга? То, что лучше никогда потопа. То, что... Правильно, то, что Бог нам сказал, что никакого потопа у нас не будет. Привет. Так, и мы дальше идем. Здесь мы были, здесь вот такое дерево, такая елочка. Ой, здесь что такое? А, здесь, вот это мой любимый момент, смотрите. Вау, и она в этом другом дереве. Так, ну давайте вернемся, потому что знаете, что мне тут нравится, во-первых, такое розовое красивое дерево тут есть, смотрите. Она тут цветочки собирает, вот так. Вот оно, так. А, и здесь у нее пикник с собачкой, ну-ка. Да, дальше она еще будет танцевать, ребята. Так, ну коза, напомню, ничего просто, да, тут? А здесь она танцует, смотрите.
Иисус мой лучший друг. Иисус мой лучший друг. Иисус мой лучший друг. Вот, видите, какая другая песня. Еще другая есть, ну-ка. Давайте еще одну. Ну? Нет, не хочет? Ладно, ребята, значит, другого нет. Так, здесь одуванчики она снимает. А здесь что у нас? Вот, ребята, смотрите, нельзя в лесу есть какую попало ягоду. Видите, как она жжет, ожегся, ну ничего себе, что это такое. Так, и мы идем с вами дальше. Так, а здесь кто? Ой, здесь его невеста, смотрите, какие они милые. Так, у него невеста тоже любит по деревьям лазить, видите? А здесь птицы, да, по-моему? Да. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, а здесь мы здесь не были, по-моему. Здесь яблочки надо собрать. А, и там качельки, точно. Я люблю эти качельки, они такие прикольные. Она чуть-чуть качается на них, а потом спрыгивает вот так. Все, тут мы были. А здесь, гляньте, здесь белочки. Так, можно этот шарик. Здесь белочки, гляньте, разные. Это кто-то, смотри, какое облачко красиво. Привет! Так, на машинке кто-то плывет. Ой, еще один шарик розовый. Так, ну все, дальше мы были. Да, мои цветочки любимые. Так, 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 так. Здесь мы были, здесь невеста его. Так. Ой, а, это он сюда вот так вот прилазит. Так, здесь мы сомневались, хорошо. Так, а, и здесь я буду петь песенки. Так, а тут вот он туда, да, уходит? Видите, как он лазит? Вот это мое любимое место, где он так лазит здорово. Так, давайте тогда посмотрим, что там еще есть. Это барабаны. А, не барабаны, да? Да. Вау, вот это да. Браво. Так, а здесь он еще тоже купаться будет или пить? Во, ничего себе. Это такой бассейн, у него джакузи такой, видите, ребята, он тут ему нравится. Так, мы идем дальше. А, здесь он делает такой супер, короче, номер нам показывает. Видите? Молодец! Так, и дальше. А, и все, и домик. Но домик мы пока не пойдем. Мне нравится, знаете, ребята, в этой птичке то, что она классно умеет лазить по деревьям. Особенно вот когда она вот сюда она входит, или вот здесь она заходит. Вот тут, по-моему. Смотрите. Хова! И очищается в другом месте вообще. Ребята, сейчас я вам хочу рассказать историю. Птичка, пойдешь с нами слушать историю? Да, пойду. Видите, она сказала, да, пойдет. Она с нами пойдет. И была такая одна история, один человек тоже, он как эта птичка, любил лазить по деревьям. И однажды, ребята, он залез на дерево, и с ним случилась удивительная история. Давайте посмотрим, какая она, хорошо? Да. Так, внимание на экран. В старом маленьком городке под названием Ерехон жил-был один плохой парень по имени Закхей или Зак. Короче говоря, он был жадным сборщиком налогов, который обманывал людей. Он собирал их собственные деньги и не возвращал их назад. И все думали, что это было очень плохо и не любили его. И вот однажды в этот город пришел Иисус. Весь город был очень взволнован, потому что люди слышали о чудесах, которые делал Иисус. Иисус, у меня есть запасной диван, на котором ты можешь спать. Если тебе нужен мой диван, то я здесь. Зак был очень мал и не смог его увидеть из-за толпы людей, поэтому забрался на дерево. Закхей! Я собираюсь остаться в твоем доме сегодня. О, нет, только не это. Зачем ты хочешь оставаться в его доме? Тот факт, что сам Иисус решил сказать, что придет в дом Зака, изменило его сердце. И он решил поверить в Иисуса и захотел стать хорошим парнем. Ну, он же грешник, не оставайся у него в доме. Зачем ты идешь к нему?
Я пришел на землю спасти грешников. И сегодня мой друг Закхей нашел спасение и жизнь. Я решил отдать половину своих вещей бедным. А также я отдам все деньги, которые забрал обманом. И верну все назад. Это просто отличный парень, Зак. Хотя Зак был немного плохим парнем, Иисус простил его, полюбил его и пригласил стать его другом. Вот такая история, ребята. Я думаю, что вам понравилась, потому что она очень-очень интересная. И как я вам уже говорила, да, что эта история, она была про дерево. Почему Люда, она была про дерево? Потому что он залез на дерево. Да, потому что этот человек, он залез на дерево. Смотрите, ребята, о чем говорится эта история? Был плохой человек, он поступал плохо, он забирал деньги. И вдруг он услышал, что идет Иисус в его город. И знаете, в глубине сердца он знал, что он поступает плохо. И тогда он начал сожалеть об этом. И Иисус увидел его сердце. И тогда, когда он пришел в город, он не пошел ни к одному человеку, но он пошел. Он говорит: «Закхей, я приду к тебе». Закхей так растерялся, представляете, вы сделали какой-то плохой поступок, а Иисус все равно приходит к тебе. И он так сначала удивился, но потом ему так это понравилось, что он говорит: раз Иисус придет ко мне, значит, я больше не буду обманывать, я все раздам, все, что обманывал, больше так не буду делать. И его сердце изменилось. Поэтому, ребята, во-первых, мы в этой истории можем увидеть, что Бог, Он любит всех. Ребята, Он любит и злых, и добрых, и хороших, и плохих, и послушных, и непослушных. Он любит всех-всех людей. В Библии написано, что Он разрешает солнцу вставать и над добрыми, и над злыми. Это первый момент. И второй момент. Иисус, Он любит, когда люди смотрят внутри себя и думают, что же у нас плохое, что мы можем исправить. Да, например, мы видим, что мы не всегда слушаемся родителей, и тогда мы принимаем решение: я буду слушаться родителей, потому что Иисусу это нравится. Или, например, я кого-то обижаю, я не буду больше никого обижать, потому что Иисусу это не нравится. И тогда Иисус, Он придет к нам в гости, к тебе домой с большими-большими подарками. Потому что Иисус говорит, что я благословлю тебя, если ты будешь поступать по моему слову. Вот такая история, мне так сильно нравится этот Закхей, потому что в начале истории он вроде бы был плохим парнем, и были гораздо-гораздо лучше его, но представляете, из-за того, что он захотел измениться, Иисус пришел именно к нему в дом. Вот такая история, и пригласил его стать своим другом, что очень важно. Поэтому, ребята, если ты хочешь быть другом Иисуса, то посмотри, что не нравится Богу, да, то, что ты делаешь, и скажи: я не буду больше так делать, и перестань так делать. И тогда Иисус, Он будет очень и очень рад. Он скажет: вот это мой настоящий друг, потому что Он делает, как я Ему говорю. Ребята, здорово, вот такая вот интересная история у нас была. И давайте с вами помолимся, хорошо? Да. Давайте закроем глазки. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты любишь всех людей, и добрых, и злых. Спасибо Тебе, что Ты любишь меня, когда я послушный и когда я непослушный, Господи. И помоги мне, пожалуйста, покажи те вещи, которые не нравятся Тебе, и помоги больше так не делать, потому что я и мы вместе с ребятами хотим быть Твоими друзьями. И все любящие Господа сказали: аминь. Здорово, ребята, и мы с вами дальше, у нас интересная песня. Мы с нашими ребятами, с Семеном и с Лидой записали такую классную песню. И мы хотим прославить Бога и заодно покажем вам, как мы проводили это лето. Внимание на экран. Пошел на крест, умер на третий день воскрес.
Я хочу всем рассказать, что мой Бог, он живой. Будь смелей, будем вместе восклицать, царь царей. Эй! Пусть услышат все вокруг, что Иисус мой лучший друг. Громче пой, будь смелей, будем вместе восклицать, царь царей. Эй! Пусть услышат все вокруг, что Иисус мой лучший друг. Он за всех людей пошел на крест, умер на третий день воскрес. И теперь он каждый день со мной. Я хочу всем рассказать, что мой Бог, он живой. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Восклицать царю царей, эй! Пусть услышат все вокруг, что Иисус мой лучший друг. Громче пой, будь смелей, будем вместе восклицать царю царей, эй! Пусть услышат все вокруг, что Иисус мой лучший друг. Он за всех людей пошел на крест, умер на третий день воскрес. Я хочу всем рассказать, что мой Бог, он живой. Интересно. И, ребята, сейчас, внимание, ту-ду-ду-ду-ту-ду, самый-самый важный момент, ребята. Я хочу, чтобы вы внимательно-внимательно сосредоточились, и нам нужно запомнить одну вещь, вернее, две. Сегодня я два пункта отметила, то, что нам запомнить надо. И первое, то, что Бог любит всех-всех людей. Он любит и добрых, и злых, потому что Библия говорит, что Он разрешает солнцу вставать и над добрыми, и над злыми. Поэтому вспомни самого-самого злого человека, которого ты только знаешь, и вдруг узнай о том, что Бог любит его. И подумай, если вдруг ты скажешь, что Бог его любит, может быть, он изменится, как наш герой Закхей, правда? Если он узнает, что так сильно Бог любит его, то он подумает, зачем тогда я такой злой, я буду добрым лучше, и он изменится. Поэтому давайте помнить, что Бог любит всех людей. И второй момент, то, что Богу нравятся люди, которые смотрят в себя и думают, что мне исправить, то, что не нравится Богу, я не буду делать, да? Потому что Иисус, он тогда будет моим другом, я смогу дружить с ним, потому что если я буду поступать, как он мне говорит, или стараться так делать, тогда он будет самым моим лучшим другом, и он будет помогать мне. И поэтому, если, ребята, вдруг ты увидел в себе что-то, что тебе надо поменять, ты можешь просить у Бога помощи, и Бог обязательно тебе поможет. Он придет в твой дом и даст тебе силу противостоять и сделает тебя послушным. Так что вот такие две вещи. И давайте еще, ребята, с вами выучим стих, чтобы нам внимательно запомнить нашу тему. И стих у нас вот такой. Приготовьтесь. Я читаю, потом вы будете повторять. Спаситель любит всех детей.
Он держит мир в руке своей. Ребята, давайте теперь вместе все хором скажем, хорошо? Да. 3, 4. Спаситель любит всех детей. Он держит мир в руке своей. Давайте еще раз. Спаситель любит всех детей. Он держит мир в руке своей. Теперь давайте будем говорить очень и очень медленно, а потом быстрее, 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 быстрее. И вообще, кто быстрее, быстрее все скажет, тот молодец. Хорошо? Приготовились? Давайте с медленного начнем. 3, 4. Спаситель любит всех детей. Он держит мир в руке своей. Молодцы, сейчас быстрее. Спаситель любит всех детей. Он держит мир в руке своей. Молодцы, и теперь еще быстрее. Сможете? Спаситель любит всех детей, он держит мир в руке своей. Смотрите, вторая часть. Он держит мир в руке своей, он держит мир в руке своей. Запомнили? Да. Начинаем, давайте еще быстрее. Спаситель любит всех детей, он держит мир в руке своей. И тю-бу-тю-бу-тю-бу-тя, так и надо говорить. Нужно говорить, он держит мир в руке своей. Приготовились? И давайте вообще самое-самое быстрое, которое вы можете. Хорошо? Наговорились? Поехали! Спаситель любит всех детей! Молодцы, ребята! Здорово! Классно! Ну все, ребята, и вот на этой ноте мы с вами прощаемся. Мы здорово с вами сегодня поиграли и повеселились. И поэтому мы вам говорим, если ты не подписан на наш канал, то подпишись на наш канал. И не забудь нажать под этим видео лайк. Правильно, и не забудь нажать под этим видео лайк. Еще подпишись на нашу страничку в Инстаграм, ссылка будет под видео. Пожалуйста, присылай нам вопросы по этой теме, рисунки, поделки, короче говоря, все-все-все по этой теме, и можно не по теме, и в четверг мы обязательно ответим на все твои вопросы, поэтому пиши скорее, подписывайся на страничку. И также мы хотим вам сказать, что с вами была сегодня Лида и Женя. И мы еще хотим вам сказать и напомнить, что мы с Лидой любим тебя. И Бог любит тебя. Ребята, ну вот и все, на этом мы заканчиваем. Мы включаем нашу заключительную песню. Можно попрыгать, потанцевать, прославить нашего Господа. И мы с вами увидимся в четверг в 10 утра. Не пропустим. И мы поехали на нашу песню. И на этом закончим. Пока, ребята! Что мой Бог, он живой.